Друзья, всем привет! Сказали записать короткий обзор по золоту. Давайте разбираться. Со старшего периода давайте смотреть сразу, что мы видим. Одна свеча, один квартал. Потенциал от четвертого квартала мы отработали. Возможно, можем сформировать полноценную свечу года. Значит, это у нас свеча года может быть вот такой. И мы обновим пики. Но при этом мы должны сохранить динамику, кто короткий, там, это минимум там, от 1 к 2 там, короткими забирать, ближайшая цель 1.4, но это потом матрешечка в матрешечке, спустимся на более низкий период. От текущего пика баланс года у нас в этой точке, до мы пока на эти точки не смотрим, не рассчитываем. Значит, коррекционное движение в квартале у нас есть зоны, определяющие фазу накопления, и от этого будем исходить. Значит, на этот диапазон, на годовой, можем не смотреть на баланс. Вот ориентир у нас. Текущая свеча месяца имеет потенциал для обновления пика, хватит движения, да, вот, хотя и так месяц у нас прилично, но это у нас октябрь был прилично. Вот сейчас у нас фаза накопления, не забывайте, глубокой коррекции могут не дать. Значит, какие максимальные точки на откат? Давайте перейдем на более младший период. Значит, вот у нас точки на откат. 1.4, это в фазе накопления, да, должны понимать. Если кто-то здесь входил в этой структуре или здесь, цель, уровень 19.75, можно уже фиксации проводить, потому что здесь у нас нижняя граница флета пока не расширяющая, пока такая в рамках 1.4. Можно какую-то часть попробовать в коррекцию в серединочке закрыть, 1.2 забрать. Если данный диапазон не удержим, у нас цель пойдет дойти до контрольной зоны. Контрольная зона граничит с 1.4 квартала. Это первая определяющая структура в фазе накопления. И здесь, как на битке, там и на других инструментах, начнется расширяющая структура накопления в рамках одной контрольной зоны. Так что здесь с продажами аккуратно до первой точки. Нужно смотреть этажами, да? Какая будет тут реакция. С коротеньким стопом можно в середочку закрыть на перелом 1-2. Вот, и посмотреть, как будет формироваться. Дойдем выше. Вот, пока будем. То есть, сейчас пока задача набить уровень. Потому что свеча квартала уже сформирована. И нужно покопить. Нужно покопить. Покопить, что-то накопить. Накопления у нас могут быть такие форматы. Вот такие форматы ожидаете. Вот. Что там, если до этой зоны пойдем, значит, вот такая структура у нас может быть. Вяло, вяло гибло, да, и потом полетели. Вот, ну здесь мы формировали другое движение, ну, в рамках такого движения можем ходить. В принципе, в двух словах рассказал. Надеюсь, данный формат полезен. Подписывайтесь на каналы, не пропускайте важную ценную информацию. Обзор по фунту вроде говорил, это для закрытой группы говорю. Значит, вот такая информация по золоту. Всем успехов, всем пока, до встречи в новых видео.